шукать мне и папороть кветку, и своего журавля в облаките ловить. Только сердце мое и зимою, и влетку по сторонце одной у расстани болить. Да, моей Беларуси я с вандровок вернусь, я на батьковской хаты, где верги не горать. Я тобой гонорюсь, за тебе я молюсь, и свою клетку папороть буду тут я шукать. Нибы рай гэты край, тут и ява, и каска, у полоне озер. Добрый вечер, Гомель. Замечательной песней о родине, большой и малой, открыли наш эфир Юлия и Михаил Несоленые. Дорогие друзья, сегодня 25 апреля, и мы выбрали объектом разговора малую родину. Наверное, у каждого человека есть теплые воспоминания о детстве, которые связаны с определенными местами. Хуторками, деревеньками, городами. Их мы называем «малой родиной» и храним в памяти всю жизнь. Но годы и обстоятельства, к сожалению, меняют облик тех мест, а бывает и начисто их стирают. Почему это происходит? Можно ли этому процессу противостоять? И если да, то как? Вот на эти вопросы мы и поищем сегодня в программе ответы. Ну а заодно каждый из вас может вспомнить о своей малой родине. Позвонить нам 34-22-43, рассказать о ней, рассказать о том, что вы делаете для своей малой родины. Если неудобно по телефону, пишите, пожалуйста, в Вайбер, номер вы видите на экранах. Где ваша малая родина? Что вы для нее готовы сделать? Пожалуйста, пишите, звоните. Ну а сейчас я хочу познакомить вас с вокалистами Юлия и Михаил Несоленые. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а где ваша малая родина? Что вы считаете своей малой родиной? Я родилась в городе Гомеле, и город Гомель считается для меня моей малой родиной. Город Гомель тоже мой родной город и мой любимый советский район, где вся жизнь, в принципе, и происходит. Здесь я вырос, учился и работаю, и живу, и воспитываю сына.
Прекрасно. Я думаю, что вас поддерживают многие гомельчане, жители Советского района и гомельчане, все остальные тоже. Скажите, пожалуйста, насколько это важно помнить о том месте, где ты родился, и о тех людях, которые способствовали становлению? Вы знаете, наверное, это самый из главных вопросов, который должен волновать каждого жителя не только города Гомеля, но и Республики Беларусь. Мы должны помнить, где мы родились, относиться к этому очень уважительно и к тем людям, которые вкладывали в нас душу, сердце, ну и дальше вкладывать это в своих детей. Прекрасный ответ. Согласен с Юлей, потому что, в принципе, для каждого родина своя, и, может быть, у кого-то она не одна, но малая родина – это то место, где мы родились, откуда мы истоком, и об этом нужно помнить всегда. Абсолютно точно. А помните ли вы свое первое выступление? Сольное и совместное? Когда, где это было? Да, сольное мое выступление еще началось в моем детстве. Первое выступление было на свадьбе моей старшей сестры Татьяны. Я была еще совсем маленькой, мне было 8 лет, пела я там первый раз песню. И тогда мне это понравилось и начала заниматься, так сказать, творчеством. Ну а с Михаилом мы познакомились в 51-й гимназии, где и работаем вместе. И первое наше, наверное, совместное творчество было в этот год, да, лет уже, наверное, 10-12 назад. Но это редко, наверное, бывает, чтобы вот так коллеги, работающие в одной гимназии, и вдруг носили одну фамилию. Кстати, не Иванов, не Петров и не Сидоров, не такую распространенную, но откройте секрет. Мы супруги, да, мы муж и жена, воспитываем сына Егора, которому тоже 7 лет, тоже в гимназии, мы все вместе, дружно живем в Советском уже районе. Уже трио и... Да, кстати, да. Трио бывает? Уже есть. Есть, уже да? Есть. Есть приобщили первое. К творчеству. Ну, прекрасно. Юлия, по условиям нашей программы нужно, чтобы первый гость, главный гость, задал вопрос нашим телезрителям. Я знаю, что вы готовили этот вопрос. Пожалуйста, обращайтесь. Да, с удовольствием. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Каким образом мое творчество связано с Гомельским государственным университетом Франциско Скорины? Вот такой вопрос от Юлии. Юлия, ну а приз? Приз – это чашка сувенирная с логотипом города Гомеля и ручка с логотипом гимназии 51. Прекрасно. Дорогие друзья, вопрос вы услышали. Звоните, пожалуйста, нам в студию 34-22-43. Предлагайте ваши варианты. И не забывайте о вопросе эфира. Где ваша малая родина? Как вы ее стараетесь сохранить? Что можно сделать для этого? Следующий вопрос, Юлия, у меня к вам. Вот песня «Папороть-кветка». Как раз она о родине большой и малой. Расскажите об истории ее создания. Почему вообще возникла идея спеть об этом? Вы знаете, песня – это одна из моих любимых. Родилась она, как ни странно, очень легко. Буквально за один вечер мне пришла мелодия в голову. Я взяла нотный лист, карандаш и начала писать. И через пару дней это была просто музыка. И буквально через пару дней, кстати, в студии находится автор слов, это Святослав Геннадьевич Крупенько. Он мне предложил стихи, может, мы напишем такую песню. И оказалось, что я, не знаю еще слов, да, стихотворение уже создала мелодию. Она родилась очень быстро, да, наверняка она вдохновляет. Она полюбилась, да, очень, она полюбилась эта песня. Нам и, я думаю, зрителям тоже. Прекрасно. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, сейчас я хочу вам представить автора слов песни «Папороть-кветка». Еще раз представляю. Поэт, языковед, педагог и просто очень активный человек с активной гражданской жизненной позицией Святослав Геннадьевич Крупенько. Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. А где ваша малая родина? Ой, моя маленькая родима, где я народился, вельми далеко от Гомеля. И находится, я сказал бы так, в самом куточку, причем полночно, Заходней Беларуси. От моего дома на Дзвине, от батьковской хаты, недзе коли 10 километров до Латвии и коли 30 километров до России. Это вельми маляўнічая мясіна на Дзвіне. Вёсачка называется Старое Грудзінава, Мёрзкі район, але праз 200 метров уже Верхнядзвінскі, былы Дрысінскі. Вот такая моя малая родина. Зразумела. А скажите, ці часто вы наведваеце тыя мясціны? Ой, калі былі жывыя бацькі, то часто. И лето там проводили, и с детьми туда ездили. Ну, а теперь так отрымліваецца, что далековато, тому один раз у год. Калі могилы прибрать,
сваіх блізкіх родных людзей, калі проста прыехаць. Ну, звычайна, это робім калі адпачынак улетку. Ну, а вёсачка сама жыве, там ёсць пастаянныя жыхары? Вёсачка раней налічвала каля 20 хат, а цяпер толькі 4, у якіх, якія ўвогуле захаваліся, у якіх жывуць людзі. А сваіх уже мясцовых, ну, там толькі адна жанчына засталася. Суседка з такім жа прозвішчам, як і ў мяне крупенька. Святослав Геннадьевич, ці сапраўды тое месца, месца вашай сілы? Безумоўна. Я думаю, гэта для любога чалавека, асабліва для чалавека творчага, гэта крыніца натхнення, менавіта дзе праходзіць дзяцінства, дзе ты нарадзіўся, там і калыска тваіх мар і натхненняў. Святослав Геннадьевич, а ці шмат людзей прыязджае да сваіх родных мясцін вось туды на Міёршчыну? А ведаюць усім. З іншых краін, з іншых гарадоў Беларусі? Безумоўна, нашых землякоў шмат жыве і за мяжой, і па Беларусі ўсюды, там шмат у Латвіі жыве, таму што ты блізка вельмі мяжаю, ну, ў Расіі. 10 кіламетраў, так. І заўсёды прыязджаюць. І вось такі ёсць там ну, царква у Лявонпалі, дзе школа была. І яна, відаць, аб'єднала неяк людзей на Троіцу, гэта прыстольнае свята, звычайна збіраецца вельмі шмат людзей, калі хочаш паглядзець на сваіх землякоў, успомніць аднакласнікаў, не толькі жыхароў, лявонпольцаў, то прыязджаць трэба ў гэты час на Троіцу. Можна на Петра, таксама збіраецца шмат людзей. І цяпер ўжо сталі вось ладзіць сустрэчы якраз на Троіцу, гэта ж летам, і гэта заўсёды нядзеля, прыязджаюць усе людзі, якія выйшлі з тых мясцін, сустракаюцца. Гэта як вось у школе былі выпускны вечары, дык гэта сустрэча лявонпальцаў, такая творчая. Яна адбываецца цяпер штогод. Я зразумела. Ну, вось вельмі прыгожа Міхаіл сказаў, што бывае і не адна радзіма, а некалькі радзім. У вас атрымліваецца і Міёршчына, так радзіма, і Гомель радзіма. Сапраўды, Святослав Геннадьевич, вы падумайце, якія вершы вы маглі б нам прапанаваць пра свае радзімы, а я звярнуся да нашага гледача. Добры вечар. Добрый вечер, мы вас витаем. Елена, гость в студии. Здравствуйте, вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Герасим, мы рады вас слышать. Я хочу рассказать вам мой путь на малую родину. Пожалуйста. Мой рассказ будет поэтический. На малой родине мы верим в чудо. Не потому ли именно отсюда глядит на мир, полярная звезда, глазами нашими всегда. И вот чудом нас возвращает, зовет и тянет, как магнит, туда, где ласточки летают, и же воронок радует зенит, где горизонт красиво не охватен, и солнце ласковее всегда, а воздух чистый благодатен, и беспредельно чистая вода. Там за рекой туманы по ночам ласкают гривы лошадей, и звезды падают к ногам. Поет все лето соловей. Мой путь, ну, к этой красоте, туда, где палисадники все лето растут цветы. Закат в огне, гармонь играет до рассвета. Плывет луна, горят зорницы, восторг на сердце и покой. Прямо с-под колес летают птицы. Еду я на велике домой, хмельной, от счастья скорой встречи, на малой родине моей я обниму, ну, бабушку за плечи, и позову на пир моих друзей, на малой родине моей живут там люди, люди, в родину влюбленные, как в нашей песне несоленые. Удачи вам! Спасибо вам, Герасим. Скажите, где ваша малая родина? Моя родина? Да. Моя родина – Советковский район, деревня Неглюбка. Прекрасно. Мы знаем эту замечательную деревню, я бывала там не раз. Я думаю, что каждый, кто присутствует в этой студии, знает Неглюбку. Спасибо вам, Герасим, за ваше произведение, за ваши чувства и за то, что вы делаете для малой родины. Вы прославляете ее. Святослав Геннадьевич,
Ваши верши мы хочам паслухаць некалькі радкоў, калі ласка. Ну, некалькі радкоў, калі ласка. Гэта верш, я прачытаю, я іх сюды вось запісаў. Тыя вершы, якія яшчэ напісаў у студэнцтве. Ну, калі пачынаў пісаць, калі з'явіліся першыя вершы. Без уводу, яны былі пра сваю радзіму, дзе нарадзіўся. Ну, вось такія. Прыдзвінскі край, мне змалку дарагі, шумяць пасаджаныя дзедам клёны, стары паром злучае берагі, маёй дзвіны, з якой я заручоны. У нас тады прыдзвіну яшчэ паром хадзіў. Яго даўно няма, але ў памяці ў вершах застаўся. Вось вёсачка, дзе нарадзіўся, той хутар невялічкі. Грудзінава, старое Грудзінава, вёсачка мая радзінная, сэрца, грукае за грудзінаю, цябе называю радзімою, вялікай, малой і адзінаю. Ну, яшчэ невялікі ў нас там дапазер, я шмат азёр, прыязджаюць да нас турысты. Ну, вось таксама пра Браслаўшчыну, якая мяжуе з намі, вельмі блізка, мы там падарожнічаем. Тут блакітных азёраў, можа, болей за 300. У зялёных дубровах для грэшнікаў рай, як у лесе грыбоў, тут заядлых турыстаў. Дзе ж у свеце такі, дзе ж у свеце яшчэ гэткі знойдзеце край? Нехта хоча зрабіць гэты свет неўміручым, нехта шчасце сваё на чужыне спаткаць. Мне ж ад замкавай кручы і утульна і зручна аб каханні сваім да цябе промаўляць. Дзякую. Аплодысменты, вядома. Святаслав Геннадзевіч, ну вы прыгадайце верш яшчэ пра Гомель, а пакуль можна пазней трошкі яго пачытаць. Я звярнуся да нашых гледачоў. Калі ласка, тэлефануйце, расказвайце пра вашую малую радзіму і пішыце ў Вайбер. І не забывайцеся пра тое пытанне, якое прапанавала вам Юля. Як творчасць Юліі Несалёнай звязана з Гомельскім дзяржаўным універсітэтам імя Францыска Скарыны? Так? Так. Согласно последней переписи населения, приблизительно в 6% белорусских деревень не живет ни души. Чаще всего такие деревни встречаются в Витебской и Гомельской областях. Умирающую белорусскую деревню могут ждать различные сценарии. И вот несколько самых популярных. Первое – это деревня живет или оживает усилиями дачников. Второй вариант – ветхие дома сносят, и деревня исчезает с карты Беларуси. Третий вариант – деревня превращается в туристический объект благодаря инвестициям и вложениям определенных энтузиастов. Так вот, дорогие друзья, какой из этих сценариев стал рабочим в случае с поселком Красный Октябрь в Речицком районе и почему, узнаем у Дмитрия Янкова. Эколог, краевед. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый. Где ваша малая родина? Ну, так случилось, что малой родиной мне как раз стал этот поселок, вот, Червоный Кастрычнік. А Гомель теперь я считаю своей большой родиной. Но родились-то вы в Гомеле. Родился я в Гомеле. Это так, да, чтобы было понятно зрителям. Но вы прямиком из поселка Красный Октябрь. Ну, скажем так, да. Не прямиком, но... Объездными путями. С некоторыми, да. Скажите, воды много? Весна в разгаре? Как там? Наконец-то. Наконец-то много воды, да. Вода прибывает, вот, и это очень радует. Потому что ну, со времен, с 13-го года не было большой воды, не было разливов. С 13-го года вы запросто ездили по дорогам в Речицком районе, да? И не было никаких проблем. Да, и здесь да, наконец-то Дмитрий сказал. Я даже не жил при таких разливах еще в этом поселке. И сейчас вот впервые это все вижу на своих глазах. Но ну, есть определенная прелесть в этом? Потрясающая красота. Ну, когда с окон видно такой вот эти днепровские залитые поймы. Великолепно. Ну и совершенно по-другому природа себя ощущает после разлива. Ну для вас, как для эколога, важно же еще наблюдать сам процесс, правда? Конечно, конечно. И вот с 13-го 5 лет буквально я наблюдал такое удручающее положение вот, в связи с отсутствием воды. Угу. А сейчас наконец-то все снова оживет. Здорово. Дмитрий, вот когда несколько лет назад вы вместе с единомышленниками Кириллом и Максимом обосновались в заброшенном поселке, вы вообще думали о том, что вы спасаете, по сути, чью-то малую родину? Или просто преследовали какие-то свои цели? Ну, так вышло, что, ну, во-первых, да, конечно, мы целью, сверхцелью не было спасение просто населенного пункта. Было желание просто приобрести дома в этом месте прекрасном, ну и как-то там кому использовать под дачи, кто с каким
периодом времени пришел к тому, чтобы переехать туда, вот, с созревшим желанием. А так получилось, что да, что мы тем самым и спасли этот населенный спасли пункт. Спасли малую родину кому-то. А, кстати, приезжают вот прежние жители или потомки тех жителей коренных, которые там родились? И вот когда они видят эту воспрявшую деревню, по сути, что говорят? Безусловно, приезжают, приятно, честно говоря. И им приятно, и, конечно же, нам приятно, потому что они благодарят. То есть люди, приезжающие вот на Радуницу, вот недавно были, приехали, они как-то организуются, собираются, находят себе транспорт, чтобы добраться, и приезжают целыми группами на кладбище. И да, мы разговариваем обязательно, вот, и они благодарят, говорят, что спасибо, ребят, что поселок живой, что, ну, что ты приезжаешь, а тут есть люди, стоят наши хаты. Это очень здорово. Я думаю, аплодисменты зрителей здесь, в студии, и по ту сторону экрана. Дмитрий, вот что и в какой степени вам больше всего понадобилось для восстановления поселка? Это устремление ваше, это терпение, это деньги, это помощь властей, это помощь друзей. Что? Я бы не сказал, что понадобилось, сколько еще понадобится всего из этого. Вот. Но в первую очередь это, ну, я считаю, обоснованное, осознанное желание жить в деревне. То есть это принятое решение, которое уже не подлежит как бы обратному ходу. Вот. И Кирилла с семьей, и мое. Вот, когда ты решаешь, что ты хочешь там жить, и уже исходишь из этой ситуации, и смотришь на все свои проблемы, исходя из того, что ты живешь там, и не меняешь его на какие-то там варианты, не рассматриваешь mm-hmm. другие варианты. Вот, это первое, конечно. Ну, а второе, да, понятное дело, что нужны и деньги, и материальные вложение. Средства, конечно, угу. для благоустройства. Помощь друзей очень... Ну, наверное, понимание, правильно, и поддержка вот эта вот, и физическая поддержка в том числе, чтобы восстанавливать заборы, крыши, дома, это же ж не одних рук мало. А вы знаете, насколько, ну, вот в этом случае, да, помогает помощь друзей, ближайших и дальних, и которые появляются только благодаря вот, ну, тому, что они узнали об этой идее. Вот. Приезжают люди совершенно незнакомые, которые говорят, что это, ну, молодцы, и мы будем приезжать к вам, мы что-нибудь сделаем, и поможем, чем сможем. Очень много людей, которых, ну, эта идея воодушевляет. Это здорово, что вы находите понимание. Святослав Геннадьевич, а вот деревенька на Меорщине, ваша малая родина, она живет благодаря чему и кому? Ну, ведаете, я не сказал бы, что она так уже живе, и соромно про это сказать, але ее оживили жихары России. У нас приезжают... По сутности дачники, так? Ну, можно сказать дачники, угу. их можно назвать дачниками. И накупляют у нас хаты у малявничьих этих местинах, вот, землю так само там, ну... Я не ведаю докладно, кольки там соток, может, 25 дают каля побудовы. И они там живут, некоторые живут постоянно. Але дякуючи им, с другого боку, не пропадает сядиба. Ранены просто зникали, пропадали. Я кажу, что было ось 20 хат неде, застались 4. И дякуючи, что люди приехали, и они будут жить. И наша батьковская хата, вот так само, дякуючи господине Ирине, она, видать, заховается теперь. Вельми добра. А вы ездите на свою малую родиму разом с сынами, с унуками? Внуками, махчима, уже? Ну, по-разному бывает. С внуками еще не ездили, махчима, этим летом. А так, звичайно, с сынами, там, жонка, махчима. Как отримливается? А вот такое у меня питание для всех. Что по силам нам сделать для сохранения малой родины? Ну, в том случае, если это деревенька, наверное. Наверное, как минимум мы должны об этом помнить и не забывать. И все-таки... не просто посетить эти места, да, а внести туда какой-то, наверное, трудовой вклад все-таки. Больше, наверное, необходим трудовой вклад тоже. Помощь какая-то. Мужчины поддерживают? Потребуем, я два слова скажу. Ну, мне, как письменнику в неком смысле, хотелось бы описать нечто. Вот. И я думаю, что я это сделаю. Написать про своих грудиновцев, про земляков, про свою вёску, про Лявонполь. Ну, это у планах. Хотя бы такая память литературная, хай застанется. Дякую.
Дорогие друзья, на Беларусь-4, добрый вечер, Гомель. Говорим мы сегодня о малой родине. Друзья, у нас сегодня в гостях вокалистка Юлия Несолёна с Юлией, а также со Святославом Крупенько, Дмитрием Янковым. Мы говорим о малой родине. Без нее, без любви, без семьи, без дома, о которых пела Юлия, жизнь абсолютно пуста. Юля, у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а музыка – это ваша профессия? Да, музыка является моей профессией. Я являюсь учителем музыки в гимназии номер 51. Вы педагог? Да. Музыки? Музыки и вокала. И вокала. Да, и вокала. Это очень здорово. Еще один вопрос. Как много песен за это время написано, за время вашего творчества, и как много спето? Написано песен более 10. Не скажу, что это много, но и немало. Спето тоже достаточно большое количество их, и звучат они повсеместно. Прекрасно. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать, уважаемые гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Мы вас слушаем внимательно. Алло. Сорвался этот звонок. Я думаю, наш телезритель дозвонится. Дорогие друзья, 34-22-43. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, где ваша малая родина и как ее сохранить. Ну а также не забывайте о вопросе, который предложила Юлия в самом начале программы. Она спросила, каким образом ее творчество связано с Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины. Этот вопрос обязательно кто-то из телезрителей возьмет, ну а в подарок получит замечательную сувенирную чашку и ручку от Юлии Несоленой. Звоните, пожалуйста. Дмитрий, у меня к вам вопрос. Вот почему именно поселок Красный Октябрь был выбран для обустройства и восстановления? Ну, в первую очередь, потому что там прекраснейшие места. Действительно красивый уголок посреди дикой природы, относительно близко расположен к Гомелю. И вдали от дорог, наверное. Что-то подобное может сравниться только там с Толинщина какая-нибудь, Глуховое Полесье. Вот. Ну, наверное, Миорщина еще добавит, Святослав Геннадьевич. Это безусловно, да. Удалось ли реализовать мечту, которую и достичь определенных целей, которые ставили перед собой? Да, цели впереди всегда идут, за делами, впереди дел всегда. И порой не можешь как-то оглянуться назад, даже посмотреть, что успел сделать, что планировал, что сделал. Всегда что-то впереди тянет, вперед, движет. Ну, да. Ну, те первоначальные этапы вы уже, понятно, прошли, уже достигли определенных. Думайте пока, что представить на суд наших телезрителей. Слушаем телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, мы вас слушаем, рассказывайте о своей малой родине. Что-то не получается у нас с телефонным звонком. Дима. Ну, в первую очередь, ну, дома были оформлены, куплены, сохранилась деревня, населенный пункт остался на карте, там живут люди. Это прекрасно. Туда приезжают люди? Туда приезжают люди, и я вам скажу, как бы и в Гомеле, и даже в Минске уже о червоном костричнике среди молодежи, ну, сформировалось и мнение, и положительный имидж какой-то, о месте, где, ну, проходят какие-то такие интересные, другоформатные мероприятия, скажем так, ну, того, чего нет в городе. Дмитрий, а какие планы на теплый период года? Ведь ни один теплый весенний и летний день не должен пропасть. А как всегда, огромные, ну, понемножку реализуем. Ну, то есть это продолжение благоустройства, конечно, деревни. И хотелось бы какие-то уже там, ну, очень хочется себе сцену наконец-то сделать для проведения мероприятий. Вот, потому что всегда это больной вопрос, где молодежным коллективам из Гомеля и Минска выступать. Вот. Ну и да, и продолжаем делать небольшие мероприятия, вот, приглашать молодых исполнителей, художников и так далее, ремесленников. Активно едут, это я точно знаю, правда? А вот скажите, как подобные мероприятия влияют на популяризацию экологичного образа жизни и воспитание ответственного отношения к окружающей среде? Ну, у нас, во-первых, есть строгие правила поведения, ну, на мероприятиях. То есть, само собой разумеется, что человек не должен оставлять там какой-то мусор, либо мусор, ну, организованно собирается. А во-вторых, ну, это скорее из собственного опыта приходит, потому что, когда ты живешь в городе, ты слил в канализацию, выбросил мусор в контейнер, и тебя не волнует, куда он ушел дальше, что ты туда сливаешь. А в деревне там все остается вот с тобой, то, что ты производишь, и там приходится решать этот вопрос. Кардинальная смена обращения с отходами, потому что ты разделяешь их, ты стараешься вывозить то, что не перерабатывается, ну и так далее. Это, конечно, да. И плюс еще я бы даже сказал, что самое главное это на наших мероприятиях это популяризация сельского образа жизни. Mm-hmm. То есть для молодежи, которая совершенно вообще не,
Но не представляю себе жизнь в деревне. Не может помидор от огурца, растение отличает, да? И у большинства очень страшный образ жизни в деревне. Ну, то есть это вот у нас, деревня, это навоз, это пьянь, ну и такое. Какой-то отрицательный, очень негативный сложился образ. И хочется его немножко развенчать. Хочется молодежи показать, что в деревне можно жить удобно, можно жить комфортабельно, и это гораздо прекраснее, это гораздо здоровее, это гораздо безопаснее, чем жить в городе. Ну и интереснее, само собой. Вы знаете, вас поддерживают наши телезрители, которые пишут в Вайбер. Иришка, вот только-только пришло сообщение. Моя малая родина, деревня Хальч Ветковского района. С каждым годом моя любимая деревенька становится все краше и милее. Сергей, моя малая родина, деревня Грушевка, Добрыжский район. Люблю, езжу, обожаю. Сергей, послушайте, какие слова пишет. Моя малая родина, вот у всех так начинается. Деревня Грабовка, часто приезжаю, хоть давно, но учусь в Гомеле. Наташа. А для меня это небольшой город Быхов, где все друг друга знают и всегда готовы помочь. Артем. И таких сообщений, согласитесь, много. Дорогие друзья, пожалуйста, пишите нам в Вайбер номер. Вы видите, рассказывайте, какая ваша малая родина, где она и что вы делаете для того, чтобы она сохранилась. Вот два возможных варианта развития события отживающих деревень мы назвали. Красный Октябрь, и который жив благодаря энтузиастам молодым. И как называется хуторок, Святослав? Хуторок Старое Грудиново. Старое Грудиново на Миёршине. Гэты хутор, и он живы дякуючи дачникам. Ну, можно сказать по-першее, так. По-першее дачникам, так? Я хочу обратиться еще раз к сообщениям Вайбер. Так вот, Наталья упоминает... Совершенно иной вариант, совершенно иной. Наш покойный отец часто говорил о деревне Сороки. Дети, это райский уголок. Когда вам будет тяжело, вы будете приезжать именно сюда, вспоминать меня и мать. Когда мы были молоды, мы об этом не думали, были слишком загружены, приезжали только тогда, когда было удобно приехать. Но с возрастом начинаешь понимать, что под этими вековыми липами твои корни, твой покой, твоя духовная радость. И мне больно представить, что деревню могут просто закопать. Вот к этой теме мы обязательно вернемся после того, как послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то мы вас услышали. Алло. Как вас зовут? Вы слышите нас? Алло. Алло, алло. Рассказывайте, как вас зовут. Что-то у нас с телефонной связью сегодня. Алло. Попробуйте, пожалуйста, еще разок, ну а пока мы развиваем тему. Так вот, если не находятся энтузиасты в виде дачников или, ну скажем, молодежь такая сильная, инициативная, которая готова возродить деревню, что происходит? Какой ход событий ждет эту деревню? И если, кстати, загрязненная территория, вот такие варианты же в Гомельской области как минимум могут быть. Вот прямо сейчас я подключаю вас, дорогие друзья, и хочу вам, уважаемые телезрители, представить Алексея Владимировича Соломичука, первого заместителя начальника администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь. Добрый вечер. Добрый вечер. И Вячеслава Владимировича Охременко, главного инженера республиканского специализированного унитарного предприятия Полесье. Добрый вечер. Добрый вечер. Что происходит с селами и деревнями, оставшимися без жителей? Ну, в случае, если жилье брошено, нет уже собственника этого жилья, нет наследников этой собственности, то районными исполнительными комитетами на местах принимаются решения о сносе этого жилья, поскольку, как и любое строение неэксплуатируемое, эти дома в деревнях, они ветшают со временем. Ну, разрушаются, да, и да. Становятся опасными просто для безопасной жизнедеятельности населения. Ну, поэтому, как бы, по предложениям районных исполнительных комитетов, в рамках программы мероприятий по ликвидации объектов в Гомельской области, да. Эти строения, отдельные строения населенных пунктов, может быть, где-то и целые населенные пункты, они сносятся.
Хорошо. Но существует ли вот какой-то срок, в течение которого деревня, в которой уже нет жителей, может ждать своего нового хозяина? Ну, вдруг объявятся вот такие ребята, как Дмитрий, Кирилл, Максим, вдруг они захотят выкупить этот поселок, не знаю, взять в собственность эти дома. Существует такой срок? Бывает такое, что деревня раз и под ковш сразу? Нет, такого срока нету. Как бы здесь, на самом деле, как я уже говорил, повторюсь, принимает решение районный исполнительный комитет о целесообразности использования этих домов или капитальное строение. Поэтому все зависит от местной власти. Все, я поняла. Вопрос решается, когда эти здания, эти дома просто не используются хозяевами и перестают посещаться ими. Угу. Местные сельские исполнительные комитеты отслеживают ситуацию. Если дом не используется, туда никто не ездит. Ну, то есть они передают сведения в райисполком, о том же решается вопрос о ликвидации. А вот скажите, как много деревень за последнее время, ну, не знаю, любой период возьмем, да, исчезло с карты Беларуси? Ну, я не могу такую статистику привести. Могу сказать, что за время работы нашего предприятия, история которого уже насчитывает 28 лет почти, в рамках реализации государственной программы нашим предприятием было захоронено порядка 11 тысяч подворий и капитальных строений. То есть, сами понимаете, какая это цифра, с учетом того, что, в принципе, после произошедшей Чернобыльской катастрофы где-то порядка 26 тысяч подворий с районов и Гомельской, и Могилевской областей, и Брестской, где-то вот порядка 26 тысяч подворий были эвакуированы или отселены люди. Понятно, спасибо. Вы знаете, уважаемые телезрители, я хочу к вам обратиться. Что-то не ладится у нас сегодня с телефонной связью. Ну, видимо, есть на то свои причины. Я предлагаю вам давать ответ на вопрос Юлии. Каким образом творчество Юлии Несоленой связано с Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины? Вайбер, пишите, пожалуйста, нам. Я буду зачитывать и решим. Но кроме Юлиного вопроса, есть же еще один, который готов задать Святослав Геннадьевич Крупенько. Святослав, калиласка, вам слово. Ну, наши мясцовости казали так. Я гэты выраз зараз скажу, а вы, шановные телеглядачи, отгадайте, что он обозначает. Не перадкуй. Что значит не перадкуй? Что значит выраз не перадкуй? Вот миновито зараз мне говорит режиссер, что на первое пытание отрымали мы отказ. Миновито Герасим отказал Юлия наступным чином. И он сказал, что Юлия Несоленая написала гимн установы Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. Це правильный отказ? Все верно. Я являюсь композитором гимна государственного учреждения образования университета имени Франциска Скорины. И этот приз достается именно вам. Уважаемый Герасим. Уважаемый Герасим. Юля, кстати, скажите, а кто автор слов гимна? Как же, мой Святослав Геннадьевич Крупенько. Неотъемлемый, да. Мой компаньон в творчестве, конечно же. Спасибо большое. Уважаемый Герасим, кружка и ручка ваши, они вами по достоинству. Ну, это ваш приз. Мы оценили вас по достоинству. Спасибо вам большое за все звонки, которые вы делаете на каждый наш эфир. Ну что ж, дорогие друзья, звоните нам, пожалуйста, в студию. Есть второй вопрос, да, и есть подарочек. Ось эта лялечка, так? Прыгожая лялька гамельчанка называется. Лялечка гамельчанка. Зелено зроблена. Пропануйте свои отказы на пытание, которое задал Святослав Крупенько, и не забывайте о вопросе нашего эфира. Где ваша малая родина и как ее сохранить? Предлагайте ваши версии. Встретимся после рекламы и узнаем, как попасть на малую родину, если она в зоне отселения. Поговорим о местах силы для каждого из нас и послушаем песню в исполнении Юлии Несоленой.
Дорогие друзья, говорим мы сегодня о малой родине. Звоните нам, пожалуйста, 34 22 43. Ну, а если есть возможность писать вайбер, пишите. Кстати, вы можете отвечать на вопрос, который задал Святослав Геннадьевич Крупенько. Святослав, напомните... Что значит «не пираткуй»? Так, тоже можете отвечать именно в Viber. Кстати, был у нас вариант один, Людмила его предложила. Она сказала: «Не лезь поперед в батьки в пекло». Но Святослав Геннадьевич говорит: «Подождем лучшего ответа, более точного». Так что звоните. Дорогие друзья, мы говорим, еще раз напомню, о малой родине, которая остается в сердце каждого навсегда, но которую, к сожалению, иногда по некоторым причинам мы не можем посетить. И одна из этих причин – чернобыльская беда. Я хочу задать вопрос всем гостям. Знакома ли вам такая ситуация, когда люди стремятся посетить родные места, которые теперь уже в зоне отселения и отчуждения? Безусловно, конечно. Все люди едут на места захоронений своих предков, едут в свои родные деревни, села. Ну и здесь подключается как раз наша еще одна организация, администрация зоны отчуждения. Администрация. Да. Вот у меня, Алексей, такой вопрос. Администрация – это своеобразный шлагбаум на пути к малой родине? Или наоборот, проводник, безопасный проводник, правильный проводник по опасным местам? Ну это в первую очередь помощник, организатор, какой-то куратор, может быть. Но я хотел тоже отметить, что у жителей таких деревень, у кого-то был путь через дачи продолжать жизнь своего маленького места, у кого-то через новое поселение, а у большой части людей просто не было варианта, им пришлось оттуда уехать. Абсолютно. Навсегда. Практически навсегда, да. И посещать только раз в год или можно чаще? Вот скажите, каков порядок посещения? Общий порядок через получение пропусков и также, возможно, беспропускной порядок на Радуницу. Но это в основном все связано с посещением мест захоронений. Для целей туризма данные территории не приспособлены и закрыты. Хорошо, Алексей, а вот такой вопрос. Захотел человек, ну, в теплый период года, да, показать своим детям, внукам место, где он родился. Возможно ли в этом случае пропуск получить? К сожалению, в данный момент нет. Только посещение мест захоронения. Только посещение мест захоронения. Конечно, отклоняться от маршрута нельзя. Конечно, на Радунице, когда люди посещают, мы не препятствуем для того, чтобы они посетили свои деревни. Побыли там, постояли больше, посмотрели, поговорили. Вот это не так давно было, мы видели коллективы бывших жителей деревень, которые приехали и стояли где-то около мест, где находились их дома раньше. Целое собрание, сходы, целое, да? Да, это единственная возможность, где они увидятся, встретятся. Это люди, и проживающие и в России, и в разных частях Беларуси. Скажите, Алексей, где пропуск получить? Пропуска можно получить в администрации зоны отчуждения отселения в 8 районах Гомельской области, и в 4 районах Могилевской области, в самом Гомеле и в самом Могилеве. Скажите, а кто имеет право на получение такого пропуска? Вопрос «кто» очень простой. Это все совершеннолетние граждане и иностранные граждане. Вопрос более широкий – для чего? Основные цели посещения – это осуществление трудовой деятельности, научной деятельности, какой-то гуманитарной. И самая наибольшая часть, конечно, к сожалению, это посещение мест захоронений. Как быстро оформляется пропуск? Для граждан это в течение дня, для юридических лиц – до 3 дней. Алексей, еще вот такой вопрос. Можно ли ехать в зону с детьми? Хочу ответить дословно из законодательства. Посещение зон отчуждения запрещается для лиц, не достигших 18-летнего возраста, кроме случаев посещения мест захоронений в разовом периоде. Все понятно. Спасибо большое. Вячеслав, вам несколько вопросов. Вот республиканское специализированное унитарное предприятие «Полесье». Это, можно так сказать, профессионал в деле захоронения деревень? Ну да, наверное, можно сказать так, потому что, как я уже говорил, повторюсь, свою историю предприятие начало еще в 1990 году.
И было создано малое предприятие по энергетическим и радиационным исследованиям. И на базе этого предприятия в 1991 году уже было создано государственное предприятие, которое занималось как раз вопросами дезактивации зараженных территорий, ликвидации объектов, обращением с отходами, потому что есть, естественно, и элементы конструкции сносимых нами зданий, они имеют определенные уровни загрязнения и требуют специального обращения. Все понятно. Скажите, я сейчас просто хочу спросить, как это по чувствам? Это трагично закапывать дома с утварью, со всей, с фотографиями, с историей? Ну, конечно, вы знаете, когда особенно попадаешь в территорию, на которой установлен контрольно-пропускной режим, ограничен въезд, где не живут люди, едешь и видишь вот эти брошенные дома, деревни, видно, что люди из некоторых деревень, более загрязненных районов, они их покидали в спешном порядке, брошены и дома, и... Ну, как вышли, так да, что так успели взять, то и ушли, да, и техника на полях стоит. Угу. Конечно, это все производит такое удручающее впечатление, потому что понимаешь масштабы этой трагедии, судя по скольких людей коснулась эта трагедия и изменила их жизнь, по сути. Ну, предприятием очень много сделано, но есть еще вот такие деревни в очереди на захоронение именно в зоне отселения, отчуждения? Ну, следует сказать, что в последнее время мы уделяем больше внимания реабилитированным населенным пунктам. То есть есть еще много подворий и капитальных строений именно в населенных пунктах, которые пригодны для жилья людей. То есть мы в первую очередь сегодня акцентируем свою работу и внимание на работе в этих районах. Ну, уже по окончанию, так скажем, работа в этих населенных пунктах, работа на отселенных территориях, она будет продолжена в полном объеме. Спасибо. Вот у меня вопрос к Алексею. Такой интересный вопрос. Его, кстати, написали нам в интернете, ВКонтакте. А разрешено ли захоронение на кладбищах отселенных и отчужденных территорий? То есть человек жил некогда там, понимаю. Уехал, умер и завещал похоронить его на родной земле. К сожалению, этот процесс не остановить, да, такое захоронение разрешено. Для получения пропусков не требуется получать для таких поводов посещения территории. Угу. Единственное, что мы просим нам сообщать администрации, если такое случилось, больше с целью для того, чтобы помочь, в том числе организовать проезд, потому что территория уже давно не используется, и часть дорог пришла в негодность. Лучше мы подскажем людям, где-то поможем, где-то пройдем впереди, расчистим дорогу. Угу. Хорошо. И я так понимаю, что именно вы обеспечиваете и безопасность людей, находящихся в зоне в разные периоды. Мы совместно с отделениями по охране территории радиоактивного загрязнения районных отделов внутренних дел и службой охраны заповедника Полесского. Спасибо. Я хотела бы все-таки немножко к радостным событиям, к радостным сообщениям. В Вайбере у нас есть, пишут люди. Сказочное место, поселок Приозерный, Гомельский район. Спасибо вам, Светлана, за ваши сообщения. Так, следующее. Родилась и живу в Новобелице. Для меня нет ничего роднее скверов и улочек этого района. Здесь живут все мои родные, близкие друзья. Здесь я ходила в детский сад и школу. Анастасия. И еще сообщение о деревне Летешин. Там никого не осталось. Я был последним молодым человеком, кто в 60-е годы прошлого века переехал в город. Сохранившийся в памяти родительский дом – это и есть моя малая родина. Александр. Спасибо вам, Александр, за такое теплое сообщение. Уважаемые гости, я хотела бы задать вам один на всех общий вопрос. Вот все здесь творческие люди. Может быть, есть у вас свой взгляд на то, как можно сохранить память о малой родине, которая, к сожалению, исчезает?
Ну, я пропонував би, у мене є своя пропонова. Наші предки здавна поклонялися валунам, великим каменям. Каменів на нашій землі валунов справді шмат. Чому б не взяти на місце кожної вёски, яка зникла, привезти великий валун, пам'ятну табличку, що була за вёска, як вона називалася, скільки було, допустим, дворов. І ця пам'ятка застанеться, буде нехто їхати, йти, поглядіть, поклонитися. Чим не пам'ять? Дякую за такие варианты, Дмитрий. У меня просто такая есть боль по поводу этого вопроса, по поводу отчуждения земель населенного пункта. То есть, если деревня захоранивается, одно дело, если это происходит в землях радиационного загрязнения, и там, конечно же, проживать нельзя. Но когда это происходит на обычных территориях и исключаются из состава земель населенного пункта в пользу лесхозов, например, или в пользу сельхозугодий, то это, конечно, обидно, потому что этим самым так сжигаются мосты, и на этих землях уже практически люди никогда не смогут жить. То есть вернуть землю у лесхоза либо у сельского хозяйства это невозможно. Вот. И иногда это происходит даже в живущей деревне, то есть часть деревни, середина деревни просто передается лесхозу, и люди потом не могут там вот, даже желающие построиться, там вернуться туда и реабилитировать, возродить этот населенный пункт. Это вот тема для обсуждения, размышления. Это, Алексей, да. Вы хотели очень кратко. Я рекламирую свое место рождения, малую родину, город Рогачев. Каждый день у меня кружка на рабочем столе Рогачев. У меня дома майка, одежда Рогачев. На стене картина с видом Днепра. Прекрасный выход. А еще можно писать стихи, да, сочинять прозу, правда, писать романы, петь песни, правильно, как Юлия говорит. Спасибо вам большое за такие варианты. Юлия, скажите, какую песню в финале программы вы хотели бы исполнить? Я бы хотела исполнить песню, которая называется «Пяшота вечеров», внести капельку лирического и теплого настроения. Thank you.
аплодисменты вам, уважаемая Юлия. Дорогие друзья, есть у меня несколько слов, которые я хотела бы сказать именно вам. Дорогая Людмила, вам достается эта прекрасная куколка от Святослава Крупеньки, поскольку ваш ответ был самым близким на вопрос. Что значит «вырос, не пироткуй»? Вы ответили «не лезь поперед батьки в пекло», правильный ответ «не крутись под ногами». Кажучи по-русски. Дорогие друзья, завтра будет новый «Добрый вечер», и Александр Лупиненко, мой коллега, продолжит тему «Малой Родины». Ну а сегодня я благодарю всех гостей, которые принимали участие в этой прекрасной программе, которые сделали много для родных мест и наверняка еще сделают. Поступите точно так же и вы. Всего вам самого лучшего. До свидания. Thank you.